В субботу, 24 октября, Общественная палата Одинцовского городского округа проведет единый день бесплатной юридической помощи. Жители смогут получить консультацию представителей адвокатуры, нотариата, юристов и членов Общественной палаты. Специалисты ответят на все вопросы. Вход свободный, без предварительной регистрации. Важно отметить, день юридической помощи пройдет при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.